Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее стихотворение называется «С корабля на бал». Вот так уж случилось, я попал вчера вечером. Вот как это было. С корабля на бал, из бала на корабль. Прилетел, побыл и улетел. Я вчера летал, как по небу журавль. Только потому я все успел. Я успел напиться славы до отвала и приехать вовремя домой. Ведь когда-то мне цыганка нагадала: будешь ты счастливым, дорогой. У меня есть все, друзья, работа. Повидал я много на пути, но не удалось мне повстречать кого-то. Очень тяжело ее найти, но надежды все же не теряю. По земле уверенно иду, и ее однажды повстречаю. Счастье обязательно найду. Верьте в это, друзья. Счастье тоже вас ждет. Где-нибудь, как-нибудь мы его найдем. Я уверен. Спасибо.